Привет, бро, меня зовут Пузи, и добро пожаловать в мою студию в Роблоксе. Сегодня мы с тобой продолжаем снимать виртуальные видосики в Tuber Simulator. И остановились мы с тобой на том моменте, как я собрал свои первые 60 тысяч просмотров. Нет, там на самом деле уже больше, но мы с тобой уже перестали уходить в минус по бюджету, и мы уже начали активно набирать подписчиков. На нашем канале уже 18 тысяч подписчиков, и наша главная цель — дойти до 100 тысяч подписчиков. Все логично. Итак, для того, чтобы нам с тобой сделать топовые видосы, нужно проследовать рекомендациям подписчиков. Подписчики писали в комментариях, что если я буду снимать больше Fortnite, если я буду писать в тегах хайп, то мои ролики начнут собирать намного больше просмотров. И в этом видео мы проверим это, так ли это. Минус 185 долларов. Окей, за один день мы с тобой потратили 200 баксов. Чем больше канал, тем больше у нас с тобой расходы. Возможно, больше уходит денег на электричество, на интернет. Нужно покупать более мощный ПК и все в этом духе. Короче, он просто как-то немного апгрейдится. Хотя я еще ничего не прокачивал, потому что денег у нас просто не хватает. Итак, пишу Fortnite. Fortnite. Решеточка 1-1-1-1-1-1. Почему бы и нет? И пишем в тегах хайп. Мы с тобой стараемся хайпануть изо всех сил. Хайп у нас есть, в названии Fortnite есть. Посмотрим, сколько мы сможем собрать просмотров на этом видеоролике. И если мы с тобой хотя бы немножечко сможем заработать, мы с тобой купим обязательно себе апгрейд. Нужно апгрейдить себе интернет и компьютер. Настал тот самый момент, когда мы не можем работать на нашем оборудовании. Он уже не тащит наш комп Fortnite, понимаешь, лагает ужасно. Глючит все. Итак, сколько будет просмотров? 236 657. Это была правда, что этот секретный тег работает. 33 тысячи лайков. Что, простите? У меня даже под видосами столько лайков не собирается. Это неправдивая статистика. Плюс 20 тысяч подписчиков с одного видоса фортнайтовского. Офигеть! Плюс 709 баксов. Ребята, этот чит работает. Это правда. Я просто в шоке. Как так? Как так? Окей. Fortnite. Снимаем с тобой и делаем решеточка 1-1-1-1-1-1-1-1-1. И пишу в тегах хайп. Окей, посмотрим, получится у нас с тобой хайпануть второй раз. Если ролик соберет хотя бы 200 тысяч просмотров, можно считать, что наш хайп удался. И мы с тобой немножечко похайпили на Fortnite. 250 тысяч просмотров? Это очень даже неплохо. Интересно, мой ролик сможет сам собрать на YouTube столько просмотров? Вот этот ролик, именно вот это видео. Итак, собираем с тобой просмотры. Итак, идет обновление статистики. 274 тысячи просмотров. Все больше и больше. На 36 тысяч больше просмотров. И мы с тобой за сегодня заработали несколько тысяч долларов. До 100 тысяч мы с тобой дойдем просто на изи. Мы с тобой хайпим. Еще плюс 800 баксов, 60 тысяч подписчиков на канале. Ну, как говорится, куй железо. Пока горячо, мы с тобой должны продолжать хайпить на Fortnite. Fortnite, Funny Moments. На самом деле, обожаю смотреть такие видосы по Fortnite, подборки. Я сам немножечко играю в Фортик. Возможно, скоро выйдет видосик по Fortnite, но не обещаю, но... А, я неправильно написал название. Я написал Fortnite Funny Moments. Интересно, сколько наберет эта игрушка? Fortnite, это не Fortnite, это... Fortnite. Фу, это 27-й ролик. Успех уже где-то на горизонте. Когда будет собираться миллион просмотров, будет классно. 400 тысяч просмотров с тегом хайп. Серьезно, мы с 12, с 8, с 200 тысяч просмотров сразу же перескочили на 300 тысяч просмотров. О, что с нашими просмотрами? Они опять зависли. YouTube. 391 тысяча. Я в шоке. У меня просто нет слов. Плюс 32 тысячи подписчиков с одного видеоролика. У нас уже почти 100 тысяч. Итак, самое время немного заапгрейдиться. Шоп. Магазин за робоксы. Нет, спасибо. Это нам все не нужно. Апгрейды. Вот. То, что мы с тобой искали. Что мы с тобой заапгрейдим? Конечно же, мы с тобой прокачаем интернет, чтобы быстрее заливать наши видосики. Мы, конечно же, заапгрейдим наш софт. Софт влияет на то, что мы с тобой монтируем более качественные видеоролики. И у нас осталось с тобой 900 баксов. Этого должно хватить нам с тобой на несколько дней, чтобы мы с тобой смогли спокойно пожить, отдохнуть немного. Минус 210 долларов за сегодня, но ничего, хай продолжается. На самом деле, я не особо уважаю таких ютуберов, которые в погоне за хайпом еще рвутся как-то за деньгами. В нашем случае мы просто стараемся с тобой улучшить наш контент за счет того, что нам приносят средства какие-то видеоролики. Это логично. Fortnite,
Хайп. Итак, секретный чит-код используем с тобой. Доходим с тобой изи до 100 тысяч подписчиков. Вот с этого видеоролика мы с тобой точно берем 100 тысяч подписчиков. Засекай. Осталось всего лишь 7 тысяч. Это вот мизерная разница. 93 тысячи и 100 тысяч подписчиков. Ну, сам понимаешь, да? Мы с тобой набираем фолловеров еще так. Если дойдем до 500 тысяч за сегодня, это просто что-то будет невероятное. На самом деле режим так, чисто на пару часиков, 450 тысяч просмотров. Все, это абсолютный рекорд на моем канале. Хайп сработал. Мы хайпанули на Fortnite в симуляторе ютубера. Что может быть более хайповое? Плюс 37 тысяч новых зрителей. У нас уже 130 тысяч подписчиков на канале. 1337 баксов. Элита! Итак, загружаем еще несколько видеороликов. Загружаем с тобой. Загружаем. Просто хайпим, делаем влог в честь 100 тысяч подписчиков на канале. Я считаю, что это правильно. И в тегах пишем хайп-влог. Хайп-влог, да? Хайпим на хайповых влогах. Название достаточно хайповое. Мы должны закликбейтить людей. Ну, по крайней мере, оживить нашу аудиторию этим кликбейтом. Следующее видео будет 30-е, юбилейный видеоролик. Итак, посмотрим, сколько посмотрит наш влог человек. Потому что предыдущие наши влоги не особо смотрели. 32 тысячи человек. Да, это не наша тематика, это правда. Мы с тобой играем в Roblox, это игровая индустрия, это игра, это Roblox, Roblox в игре. И, соответственно, наверное, люди думают, что предпочтение, конечно же, будет к играм. Ладно, окей. Видимо, влог у нас не зашел. Меня это даже прямо сейчас разочаровало. Это видно по моему выражению лица, что я был до этого такой радостный, энергичный, а сейчас сижу такой, ну да, как бы собрал, но не так, как хотелось. Ну ладно, ничего, нужно же было отблагодарить своих подписчиков как-то за такую юбилейную дату. На самом деле в YouTube существует несколько юбилейных дат. Это 100 тысяч подписчиков, это 1 000 000 подписчиков и это 10 миллионов подписчиков. Вы можете подписаться на мой канал прямо сейчас и помочь мне дойти до 10 миллионов. Вместе мы точно сможем это сделать. Классно забайтил, да? Ладно, посмотрим, что мои зрители любят смотреть помимо Fortnite. Давай загрузим Roblox. Roblox, Fortnite, мне кажется, это отличная такая комбинировочка. Мы снимаем с тобой Roblox. В тегах пишем хайп, создаем видео. Посмотрим, насколько сильно оценят мои зрители Roblox. У нас давненько не было Roblox на канале, в Roblox. Я думаю, что ролик соберет 100 тысяч просмотров, это просто изи. Потому что тег хайп. Если сейчас Roblox залетит, мы будем снимать с тобой только Roblox. Но если Roblox соберет просмотров больше, чем мой ролик, который вы сейчас посмотрели, то это будет как-то не очень. 33 тысячи просмотров. Ладно, нормально. Видимо, пока что можно хайпить только на Fortnite. Но мы с тобой похайпили, мы с тобой устали. Видно, что мы с тобой вымотались, и поэтому нам следует немного отдохнуть. Мы с тобой просто устали. Поэтому нужно отдохнуть, прилечь поспать и с новыми мыслями, с новыми идеями вновь ворваться в этот симулятор ютубера. А, кстати, кто у нас на первом месте? Сколько у него подписчиков? Я просто боюсь на это смотреть. К сожалению, топ-лист не работает. А ачивменты? Какие мы с тобой ачивки заработали. Серебряная кнопка от Ютуба! Вау! Она нам уже пришла! Смотри, какая она красивая! Такая на стеночке у нас красуется, прям как у меня в реальной жизни. У меня есть отдельная полочка, которая посвящена всяким наградам от Ютуба. Восстанавливаем нашу энергию, ложимся спать. Минус $235 за обслуживание, это нормально. Сегодня мы с тобой ушли в минус, но мы с тобой хорошо сегодня потрудились, это правда. Секретная тактика, как набрать много подписчиков. Если это правда, если опять Fortnite соберет много просмотров, то, видимо, мы нашли с тобой читерный метод. Огромное спасибо подписчику, который написал этот комментарий. Кстати, вы прямо сейчас видите его на экране. Еще раз огромное спасибо. Это реально классный лайфхак. Я не знаю, сколько бы я еще снимал этих серий по тюбер-симулятору, чтобы добраться до такого количества подписчиков, но эта штука работает. Fortnite хайп. Опять Fortnite написал. А, это не Fortnite. Это Fortnite. А, вы меня не поняли, да? Да, вы меня не поняли. 17 тысяч просмотров. Наш хайп не работает. Нет, только не это.
2000 лайков. Что, простите, что? Мои ролики смотрело по 400 тысяч лайк. Кажется, я схватился. Нет. Я не переживу этого момента. Нам нужно с тобой улучшиться. 2000 долларов у нас есть. Креатив мы с тобой прокачаем. Фух, ну что ж, идем с тобой ва-банк, да? Сможем ли мы сегодня с тобой заработать денег, чтобы прожить еще один день? Мы с тобой улучшили интернет. По идее, ролики должны быстро загружаться и быстро сниматься. Fortnite. Хайповый момент, Fortnite. Мы там убили с ракеты 10 человек. В прыжке 360 ноу-скоп. Я боюсь себе это представить. Я даже не представляю, как это выглядит. Так, пишу опять хайп. Создать видео. Ну что ж, секретный тег нам сегодня с тобой поможет. Мы окупимся сегодня с тобой. Окупим все наши затраты и не умрем с голоду на улице. Поехали. Просмотров. Наш тег перестал работать. Ну как так? Видимо, он исчерпал себя, поэтому нам с тобой стоит использовать какое-нибудь новое название. Уже видишь, дизлайки пошли, людям это не нравится. Плюс 2500 подписчиков, 140 тысяч подписчиков. Ладно, пару вирусных видео мы с тобой сегодня сделали. Это уже гигантское достижение для нас. Нет, я реально безумно рад. Но мы с тобой нашли цикличность. Ладно, напишу просто Roblox, в тегах напишу Roblox. Опубликую такой видеоролик, это третий видос за сегодня. И спокойно пойду себе спать, потому что я много сегодня чего сделал, я улучшил свою аппаратуру. Мы сегодня знатно потрудились, пора отдохнуть, пора идти на боковую. Давай, Roblox. Мы там с тобой сыграли в мини-режим Jailbreak. Кстати, давненько у меня его не было на канале. Может быть, стоит возобновить Jailbreak'и. Итак, 41 тысяча просмотров. Но все же лучше, чем ничего. Собралось сегодня намного больше просмотров, чем обычно. Плюс 3 тысячи подписчиков. И 124 бакса, 500 баксов. Ложимся спать. И я думаю, с утра записать какой-нибудь анимационный ролик. Не, конечно, зря мы с тобой все это сбили обычным влогом. К сожалению, влог нам всю статистику подпортил. Но не стоит расстраиваться. Была первая волна хайпа, будет и вторая волна хайпа. Анимация... Слип. Спать. Это спящая анимация. Без каких-либо тегов. Просто загружаем с утра один видос и начинаем с тобой делать невероятные вещи. Сколько соберет ролик с названием Sleep? Вот как ты думаешь? Мне кажется, здесь теги ни на что не влияют. Хотя вот хайп-тег влияет еще на что? Ох, как он влияет на игровой процесс-то, а? Он нам помогает поднимать канал. Начинающие ютуберы, берите себе на заметку. Пишите в тегах хайп, и тогда у вас будет много просмотров. Чё-то как-то не зашло. Ну ладно. Если вы хотите, чтобы я продолжил играть в симулятор ютубера, то поставьте свой лайк и подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Если вы понимаете, что этот режим вам не особо нравится, то вы тоже можете об этом написать в комментариях. Я читаю абсолютно все комментики. Ну и также вы можете глянуть мой предыдущий ролик. Если что, ссылочка будет через несколько секунд. Playtime! Playtime!